Собрать такое количество школьников в летние каникулы можно разве что по их желанию. В этом году недостатков тех, кто хочет отдохнуть культурно, в Нефтеграде не было. Ежегодная литературная смена открылась при полном аншлаге. 5 дней в компании известных детских писателей. А это значит, признаются бывалые участники, постоянное открытие не только новых книг, но и самих себя. Было очень интересно, познавательно, были интересные мастер-классы. Тагир Хусаинов – один из постоянных участников литературного фестиваля. В прошлом году, признается парень, даже пробовал браться за перо. Результаты до и после книжной смены его поразили настолько, что в этом году он вновь в числе отдыхающих. Без колебаний пошел на данное мероприятие, опираясь на их подсказки, попытался сочинить, и неплохо, по моему взгляду, получилось. Кто станет гостями этого фестиваля, оставалось интригой до последних дней. С февраля по май шли постоянное голосование детей за своих книжных кумиров. Из 49 современных писателей и поэтов признание подростков получил Валентин Постников, автор серии книг «Карандаша и самоделкина», лауреат литературных премий и член Союза писателей России. Всего в голосовании приняло 1000 детей, и 212 голосов из них было отдана за Валентина Постникова. Дружить с рифмами Наталья Волкова начала с 4 лет. Но свою первую книгу сказок известная детская поэтесса написала, когда ей было уже 30. Это не первый фестиваль в ее жизни, но здесь она такой же новичок. Чтобы провести свои мастер-классы, подружить детей с книгами, приехала специально из Москвы. Вместе с Тамарой Крюковой она сегодня в числе гостей. Каждый ребенок, он творец по природе, по своей. И даже если ребенок не хочет стать писателем в дальнейшем, не планирует там какую-то журналистскую карьеру, все равно писать это очень интересно и очень важно и для школы, и для жизни вообще, потому что творческий человек, он всегда на голову выше всех остальных, кто рядом с ним находится. Локации фестиваля весьма разнообразны. Это ряд городских и сельских школ, гимназии, картинная галерея, сквер, литературный дворик. Программа смены также весьма обширна. Это и творческие встречи, различные мастер-классы и даже детская йога. В течение 3 дней профессиональные чтецы будут декламировать художественные произведения пациентам детской больницы. Красочное закрытие литературной смены состоится уже в эту пятницу в городском парке. Наталья Быстрова, Дмитрий Архангельский, новости Юго-Востока. Альметьевск. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».